Вооруженные силы НАТО и США формально завершили свою миссию в Афганистане. В ходе церемонии в Кабуле были спущены флаги стран-участниц международной коалиции. С нового года Альянс займется лишь поддержкой и подготовкой афганских сил безопасности. Напомню, военная кампания в Афганистане, в ходе которой было убито 2210 американских военнослужащих, оказалась самой продолжительной в истории США.